Ингин Алтан Джузятан, который на протяжении 5 лет снимался в самом популярном сериале турецкого телевидения «Возрожденный Эртугрул», вновь готовится вернуться на экраны. На этот раз он предстанет перед зрителями на телеканале Fox TV в образе бесстрашного прокурора, который сражается с мафией в 70-х годах прошлого века. История о жизни и гибели прокурора Архана, основанная на реальных событиях, стала достоянием турецкой общественности после публикации его возлюбленной журналистки. Разумеется, всех интересует вопрос, кто же станет новой партнершей известного актера. Первоначально на роль Лейлы Деврим рассматривались кандидатуры Неслихана Тагюль и Джансу Дерен. Но с обеими актрисами так и не удалось достичь договоренности. Неслихан подписала договор с компанией «Утри Медиа» на работу в сериале «Дочь посла», а Джансу пока выбирает себе подходящий проект. Как стало известно из весьма надежных источников, продюсеры телекомпании Most Production сделали предложение принять участие в сериале «Ханде Эрчель». Напоминаем, что актриса снималась в сериале «Кольцо». Однако продюсеры этого проекта решили полностью изменить концепцию и формат и расстались с прежним актерским составом. Когда выйдет новая версия сериала «Кольцо», еще неизвестно, но не раньше 2020 года. Ханде Эрчель, которая покинула сериал, в настоящий момент рассматривает предложения от других продюсерских компаний. Если она примет предложение Most Production, то станет новой партнершей Энгина Алтана Дюзятана. Между прочим, между ними 15 лет разницы. Впрочем, это не первый случай. Исра Билгич, которая играла Халиме Султан, примерно такого же возраста, как и Ханде. Однако с Энгином они создали вполне гармоничный дуэт. Остается лишь дождаться решения девушки.